Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как правильно отдалиться от бывшего, который пытается все узнавать о жизни, похоже на преследование, человек наделал много неприятностей в прошлом и теперь лезет в жизнь, как ни в чем не бывало. Мне это не надо, я его боюсь и блокировал уже везде, но нет спокойствия. Смотрите. Здесь сразу несколько факторов. Во-первых, фактор юридический, это преследование, что является преступлением, и, соответственно, вам нужно здесь обращаться к правоохранительным органам, писать заявление о том, что вас преследуют, и, соответственно, как бы, ну, делать все необходимые мероприятия. Вот. Именно в том, что касается, значит, ну вот именно в том, что касается этого момента. Это первое. Да? Второе, на что нужно вам обратить свое внимание, это на страх. Вот, то есть, если вы его боитесь, значит, у вас есть к нему еще какие-то чувства, вот, и, соответственно, эти чувства необходимо прорабатывать, вот. Вам, скорее всего, сделали больно, то есть, у вас, ну вот, что называется, до сих пор болит, да? То есть вам до сих пор больно еще. Вот. И это такой вот немножечко отдельный аспект. Вот. То, что вам больно. Это травмированность, так скажем, ну, травматизация, да, здесь у нас наблюдается. И, соответственно, ну, как бы вот, если мы говорим про травматизацию, то это не, ну, не то же самое, как бы. То есть, это не одно и то же, в общем-то. Вот. Это не одно и то же, а что и страх, это не одно и то же, что и ваше желание от него отдалиться, и, соответственно, невозможность отдалиться, невозможность полностью человека как-то вот отпустить, да, это вот еще привязка какая-то. Тут могут быть и обиды какие-то на человека. И какие-то чувства невыраженные к нему, вопреки тому, что вы говорите, да, то есть сейчас больше похоже на бегство. А на самом деле блокировка, как бы, мало что дает, потому что если вы, ну, по-прежнему к человеку как-то вот привязаны, да, вот, что в общем и целом блокировка мало что вам даст. Привязка к человеку это не уберет, вот, ваши чувства. Это, ну, как бы, вот, к нему не изменит. То есть идея здесь в том, пожалуй, что
чтобы вы научились обращаться со своими эмоциями, вот, чтобы вы научились со своими эмоциями что-то делать, вот, чтобы вы научились выражать свои вот, чувства, да, чтобы вы научились отслеживать свои, ну, как бы, переживания, вот, и уже, уже вот тогда можно как-то говорить о том, что вы с этой ситуацией, ну, можно сказать, справились, вот. То есть, ну, что вы эту ситуацию смогли прожить. А чтобы ее прожить, нужно вот как раз обратить внимание на ваши чувства, да, не игнорировать ваши чувства, как в этом, ну, в принципе, можете делать, например, сейчас. Потому что сейчас это больше похоже на бегство от своих эмоций, от своих чувств. Может быть, кстати говоря, достаточно, ну, таких вот теплых еще чувств, вопреки тому, что вы сами хотите, понимаете, и так далее. Особенно, если это вот, ну, какой-то элемент зависимости имеет для вас. Вот. Поэтому тут такой вот аспект играет достаточно важную роль. Поэтому я бы обратил бы ваше внимание вот на этот аспект, да? Вот сейчас больше сейчас вот похоже на то, что вы пытаетесь, ну, бежать от своих эмоций, и, соответственно, как бы, ситуация таким образом не решается, к сожалению. Вот, поэтому я бы здесь смотрел, ну, смотрел бы именно вот в этом направлении, в первую очередь, вот. А, значит, что еще, да, на что еще можно было бы обратить внимание, это на личные границы, вот, ну, на ваши личные границы, то есть на то, как вы выстраиваете свои личные границы, да, как вот, ну, как конкретно вы это делаете, вот, и, соответственно, уже выстраивать личные границы не в плане какой-то вот блокировки, да, человека, а именно вот в плане там именно формирования своей, ну, своей позиции какой-то такой вот более корректный, более, ну, более,
более детальный, может быть. Вот, и, соответственно, уже от этого, ну, из этого уже исходить, больше. Вот, ну, в большей степени. В большей степени именно. От этого отталкиваться в своем поведении, да? Вот. Потому что вот история, когда вы пытаетесь ну, просто максимально убрать человека из своей жизни, она не работает, как вы можете видеть, как вы можете сами заметить. Вот, и, в общем-то, ничего хорошего из этого не получается. Вот. Вот как-то так я бы вам ответил. То есть никакого способа никакого способа правильно это сделать нет. Именно правильно, если мы говорим о правильности. Никакого способа, вот, как вы говорите, правильно отдалиться, да, от человека нет и быть не может. Вот. То есть, когда вы пытаетесь это сделать правильно, то вы, ну, по сути дела, загоняете себя в ловушку, только вы себя загоняете, и все. Вот, поэтому я думаю, вам, не нужно тратить свои вот, силы, да, свои ресурсы, вам не нужно тратить на именно вот, вот эти вот аспекты, вот, а больше сконцентрироваться, свое внимание именно вот на том, как вам хочется поступать. Это, пожалуй, самое главное. То есть вот обратите, да, обратите, пожалуйста, внимание, да, на то, что, ну, вроде бы вы говорите о том, что хотите от него вот отдалиться, да, вроде бы вы говорите об этом, кажется, вы говорите об этом, а по факту-то получается, что вы больше думаете именно вот про него. И это, наверное, больше, вот то, что он больше всего в этой ситуации может тревожить, да, это вот смещение курса ваш. Вот.
То есть, что вам вот кажется, что то, что вы делаете вот это, а на самом деле вы можете делать, ну вот, совсем другой момент и совсем в другом направлении двигаться. Вот. И мне вот кажется, как раз, что здесь вы себя очень легко можете предать. Вот. И вот это как раз, ну, такое вот предательство себя, ну, неприемлемо. Вот, поэтому самое главное себя не обманывать, самое главное, в общем и целом, выбрать действительно такие модели поведения, которые отвечают вашим целям, вот. А не действия, которые преследуют, ну, другие цели. И сконцентрироваться именно на этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.